Итак, ремонт 85-го Хьюитт-Паккардовского картриджа. Старый, много раз заправлялся, и у него сломалась шторка. Для того, чтобы отремонтировать, никто как бы не берется. У нас есть вот такой вот донор на 3 миллиметра. В принципе, и мы будем делать. Для начала нам понадобится сверло где-то миллиметра на 2. И, соответственно, шуруповерт. Переходим в режим сверления. Аккуратненько ищем центр. Опа. Мусор сразу убираем. Привычненько так рассверлим. Вот, в принципе, и хорошо. Что у нас получилось? Вот такая штука. Поскольку у нас здесь на 3 миллиметра, нам нужно будет ее нагреть. Для нагрева можно использовать обычный паяльник. Нецелевое использование паяльника. Нет, наверное, мы сделаем все-таки не таким образом. Все-таки мы поступим не таким образом. Мы должны будем найти что-то поменьше. Надо на 2 миллиметра. В общем, 3 миллиметра слишком толстая, я не смогу ее просверлить здесь для нее. Вот, просто не хватит места. Ну, поэтому нашел вот такую вот штуку. Ватную палочку, в меру жесткую и пластиковую. Сейчас мы ее аккуратненько обрежем. И попробуем вставить. Но надо еще немножечко расточить. Так. Вставляется довольно-таки плотно. И это хорошо. Нам нужен теперь ножик, чтобы немножечко ее заострить. Сделаем ей небольшую фасочку, и она у нас идеально ляжет туда, вовнутрь. Так. Ну и, собственно говоря, попробуем вставить. С небольшим усилием ее туда стало. Теперь нам нужно это все дело обрезать. Вот. Этого будет достаточно. Ну и, соответственно, проклеить
суперклей. Там чисто символически номинальное значение имеет для того, чтобы приподнимать штору. Поэтому мы ее отводим и немножечко капаем туда суперклея. Теперь можно взять и провернуть. Таким образом клей у нас попадет во все места. Под пластиком. Подождем немножко, пока он высохнет. И все, и можно пользоваться. Вот такой вот маленький, легкий ремонт. И вторая жизнь старого картриджа.